подзаписывается, да? Ничего страшного. Не, не будем ругаться, а то мало ли вдруг выложу потом. Был дождь, наверное, или это с фонтана вода? Дождь был. Нет, дождь был, кругом вижу. Да, лужу вон, видишь, обычно такое после дождя. Всем привет, ребята, если будем выкладывать, то всем привет. Всем привет. Да. Если будем выкладывать, то всем то, привет. То всем привет. Если не будем, все равно всем привет. Так, а тут-то что? Цели. Ну, а, цели надо уничтожать. Тут бы, блин, какую-нибудь машину с пулеметом, да? У тебя нет такой наверху, чтоб пулемет стоял? Есть. Или тут не заказать ее? Сейчас попробуем. Вообще есть. А вообще, где она у меня? Она у меня где-то стоит здесь, прямо здесь. Давай, если что, попробуем ее тиснуть на задание, да? А, так там и моя нам должна стоять, по идее. Вон они обе и стоят, ну да. У меня тут даже ого-го какая машина стоит. У тебя там танк стоит на колесах. Танк. Там настоящий. Так, где у тебя залазит? Залазить в пулемет. Пойду-ка я за пулемет. Блин, ну ламба, конечно. Сегодня выиграл, ребята, в казино. Только зашел в игру и сразу крутнул колесо в казино и ламба. Вообще, я был не готов такого. Поставь вот маркер на ближайший цель. Так, а как? Ну, escape маркер поставил. Да я. Ой, я подожди, я ж тут 100 лет в обед заходишь. А чё у меня карта не двигается-то? Во. Не поставил? Блин, ну я корявый. Ну, Enter. Во, есть. В кои веки, да, получилось? А там двойной так. Клик левой мишкой ставится. Я уже завел пушку. Кого тут валить-то надо? Ага. На мосту, вон чувак на мосту наверху. Слевее, левее. О. Отработал. Так, сейчас. Едем давай. Дальше. Левой мышкой или правой? А, вот все. Левой. Сделал, сделал. Давай, поехали. Обалдеть. Движемся к цели. И... Где-то... Оу, черт побери. Ничего себе. Подвиньтесь. Таранишь тут всех. Так, оу. Так, ну что, я завожусь? Так, где? Он, наверное, знаешь, не наверху ли он? Где-нибудь. Слушай, может быть. Или внизу, внизу. Вверх. Не вижу пока никого. Блин, пока смотрел, наехал. Может выйти мне? Нету никого тут, Баш. Нету никого. Ну стопудово на лифт надо садиться и ехать наверх. Блин, да это заморочь. А что делать? Да, наверное, да, налево объезжаю здание. Все равно лифт, по-моему, там где-то. Блин, а тут мы не пролезем. Голову мне не снеси, фонарь. Во. Вот он лифт. О. Мне кажется, это были просто работяги, слушай. Это были просто работяги. Сегодня не их день. Да, наверх. А лифт работает? Да, да, да. Где кнопка-то? Вот кнопка. Должна быть кнопка, как нету-то? Может это не лифт? Может это
Может, и не лифт. А, лифт-то наверху, слушай. Лифт-то наверху, наверное. Хотя нет, вроде лифт. Тут лестница где-то точно есть. Что-то черт. Черт его дери, как говорится, да? Я тоже. Где лифт-то? Я не могу посмотреть даже наверх, прикинь. Лифт. Где лифт? Вон он наверху. Да, попасть, а нету тут, чтобы его опустить-то как-то. Блин. По-моему, уж должна быть где-то вызывалка. Минута осталось. Да ешкин кот. Твою дивизию. А что непонятно, где он? Лифт наверху. Сам лифт наверху. Так, а где-то нет такой? Блин, сваи забивают. Да, нет. Не нашел ничего, да? Твою мать, вот это мы встряли. Надо выяснить, где он. Я чувствую, сейчас перезапуск будет. А, во-во-во, нашел. Нашел? Дальняя площадка получается, вот эта строительная, Паша. И тут добегать надо наверх. Я побежал. Да-да-да, я побежал уже. Бегу, кажется, бегу. А, вот там мост есть, да. Да-да-да, там переход идет на ту следующую штукенцию. О, я здесь уже. Я уже перехожу на нее, Паш. Давай. О-о. Дальше не знаю, куда. Найдешь его, вали его сразу. Так. Когда перебежишь мост, направо лестница будет. Ага. Будет. Лестница есть, а зайти на нее. Слушай, на нее не зайти, Паш. Она за это, замурована. Че за хрена-то, я не пойму. И вообще не попасть. Я тоже не понимаю. Что-то вообще жесть какая-то полнейшая. Слушай, у меня такое ощущение, что, короче, надо на вертолет. А, вон, нашел Диман. А, вот лестница, ага. Да она за это замурована, я видел. Замурована, да. Ну. Других альтернатив-то что тут нет никаких? Да что-то как-то нету. Вообще жестяк. Так, вот. Добрались. Иди к этому консорбенту. Ага, и Пегас. И Пегас не работает. Не вызвать. Ну, ё-моё. Ага. А там выше нет еще прохода какого-нибудь? Не знаю, ничего там нет. Вариантов таких. О, маячик тут бухтит. Кран. Слушай, я нашел лестницу. По крану надо было забираться, Паша. Твою мать, у меня ж нет парашюта. Блин, по крану, нифига по крану лезть там сколько. Кран, да, с лестницей стоит. Слушай, прям туда. Все, я уже на кране. Ого! Тебя еще не видно там, ты где? Да я что-то все тут забудился. Я как скалолаз. Потерялся. Хрена, как глухонемой. Так, я на кране, слушай, что? На кране, еще выше что ли надо браться? Еще сейчас полезу выше. Я залез на стрелу, Паша. Я на стреле. Ты твою! Все. Я выпал с парашютом. А все равно времени 15 секунд. Че тут? No. Не вариант, короче. Нажимаю пробел, не парашют не раскрывается, прикинь. Че за ерунда, вообще не понимаю. Он на выстрел открывается. Да ладно. Да. У меня вроде пробелом. Сейчас подожди, я там закрою дверь.
Я здесь. Нажал там этот? Так, на лампе, короче, сейчас, да, сейчас на лампе поедем. Так, а мы не тут будем сразу на стройке? Нет. Ищ. Да побежали машины-то здесь. Во, твоей машины-то и нету здесь, слушай. Есть, если она чуть левее стоит. Вот эта тачка выиграна в казино, ребята, красная ламба. Пашка, не разбей машину. Не разбей. Это как пойдет. Новую тачку не расхлестай. Поставь маркер, Адим. А, ну да, сейчас. Сейчас, сейчас. Да ёшкин кот. Вот. Есть. Пошел процесс. Так, вид давайте с салона. Все тут. Салон, кожа. Красная строчка. Пашка серьезный. Погаси на ней написано, прикинь. Блин, что это заносит этот? Полетели. А, вот, я понял. Вот, сюда поехали. Сейчас все будет. И вертолет там, что ли? Да. Такие скалолазы. И не шахтеры, мы не плотники. О, есть ветролет. Сегодня я буду пилотом. Пилотом ветролета. Так, а где геймпад? Ну-ка, попробуй на геймпаде сейчас. Блин, на геймпаде на вертухе вообще огонь летать, ё-моё. Прям классно. Так, тут-то нам куда? Совсем-совсем наверх? Нет? Вот это не он стоит, там какой-то человек. Да? Вот он же. Ой, их там много, слушай. Паша, их тут куча. Стреляй. Ё-моё, сейчас мы расклистаем. Смотрел на крышу. Чуть не просрали вертушку. Алло, алло. Да-да-да-да-да. Ну блин, опять отсоединился дискорд. О, давай здесь приземлимся, а? Да вон он, по-моему, сидит там где-то. О, вон, под ногами, под ногами, Паша, под ногами. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Нет. Вон он. Что-то нагнулся, один, второй. Убрать всех, короче.
О, все есть. Давай. Бегу. Все, прилетели, 3 минуты осталось. 30 по минуте на цель. Куда? Выбирай, который поближе. Сейчас скажу. Слева от нас, которых самая левая. О, лети прямо, прямо, сейчас прямо лети. Вот, вот это да. Это вертушка. Где она? Вон она, под нами она. Видимо, надо как-то спуститься. Тихо. Блин, по другой порт надо. Нормально, не? Нет, вот чуть левее крутани. Чуть-чуть. Тихо, держи. Все, цель убита. Куда дальше? Дальше. На любую Диману выбирай, как обычно нравится. Здравствуйте. Передвигаются, по-моему, по дороге, вон там машина идет. Да, это машина, наверное. Вот прямо она где-то под нами должна быть. На перекрестке она на следующем. Налево повернула. Где-то вот здесь, вон вот с этой развязки. Вон синяя идет, вон она, я ее вижу. О, блин, сложно будет ее колбаснуть-то. Тихо. О, нормально. Только. Эх, уж тьма, зараза. Еп! Расхлестаем ее. Черт, подери! Черт подери, светофоры! Береги вертушку, она нужна еще. Готов. Бросай вертушку, короче, полетели. Так. Давай. Полетели. Я сел уже. Давай. Скорее давай. Все, полетели. Ай-яй-яй. По-моему, дерево было. Да. Это, по-моему, было дерево. Сдается, где-то было дерево. Ну, на геймпаде что-то не зашло. Не, ну на геймпаде вообще нормально летать, кстати. Надо просто при этом привыкнуть. Чуток, наверное. Главное нам, чтоб вертушка дотащила, вывезла. Не успеем, 26 секунд. Да, успеем. Они где-то здесь, вот тут вот дом где-то какой-то. Смотри, если выше, что, выше, прям выше, будем, да, прям выше, падать выше. Будем. Прям выше. Еще их тут до хрена, прикинь. Прям под нами, прям вот здесь. Вот они, Паша, вот. Ты не туда прыгнул, Паша! Блин, все, да я разбился. Я не туда, что-то. Ладно, давай еще раз попробуем. Так, надо сразу за вертухой лететь. Мне кажется, надо сразу колбасить вот этих чуваков. Ну да, вертуху и колбасить этих чуваков. Давай, теперь я на взорвлю на вертуху. Давай. По очереди. Не вопрос. Мне надо, знаешь, только взять сразу этот миниган. Швейную машину. А с вертухи, по-моему, нельзя. Да ладно. Там только такие стоят. Давай сразу за вертухой, ты знаешь, где она стоит? Почти. Я не помню, блин. Сейчас посмотрю. Вертуха. Прости за тачку, Дима. Вот это не она? Я нашел. Вертуху нашел? Да. Самую ближайшую. Ближайшая-то слева вот сейчас стоит, Паша. Вон слева вертушка. Вот,
Вот я туда и еду. Нет, ты едешь еще дальше, получается. Пофиг, мы уже туда поедем. Вот налево просто поверни на маркер. Налево поворачивай. Просто налево поверни. Я в город сейчас дольше буду забираться, Дима. Да. Прям налево бы повернул, и через гору бы маханули. А если бы не заехали? Заедем, вот тут сворачивай и заедем. Тихо, тихо, блин. Все, вон справа вертушку вижу. Блин, по-моему, это... Да не суть важно, ну, план, Дима, как путь выбрать, и все. Так, дай я попробую. С миниганом зайдет он, интересно, нет? Так, ну-ка. Если я сяду, как оно будет? Ну-ка, подожди, не взлетай, а то я, наверное, не смогу стрелять. Да, нету минигана, подожди, Паш. Да я тебе говорю, да ты не сможешь его взять. Да? Ты можешь только пулемет, самое мощное, что взять. Да, у меня есть, знаешь, что? Двухствольный обрез. Автоматический дробовик. О, слушай, я нашел с прицелом пушечку. Так, где они тут? О, где-то сейчас много, начнем много работать. О, стой, завис ты как-нибудь. Все, завис. Давай! Там какой-то голый черт, он. Мы... О, цель убита. Ну все, поперли дальше. Поперли дальше. О, хорошо ты цель сразу это. А я в прицеле его увидел. Смотрю, в прицеле, блин. Бегает. Так. Так, что-то он где-то под нами. Он а, на вот, вот, повернись, Паша, сейчас. Чуть ниже. Левее. Стоп. Ай, не вижу. Все, есть, готов. Все, готов. Пошли. Настрой площадку. Я тоже без карты, а вот строю площадку, так нахожу, тут знаю, где она. Вот она. Наверх. На самый. Подымайся. И попробуй подальше немножко, как бы, от самого дома. И... Что-то тут не вижу. Блин, перепутал ее перный матрас. Сейчас. Ушла эта. Винтарь ушел. Да ё-моё. Где он есть-то? Вот. Все. Не вижу никого. Я не вижу ни одного. Они все убежали под этот. А вот вижу одного. Один. Перемещайся, а может цель достану. Ты влево уйди маленько. Так я пытаюсь тебе же это обзор открыть. Они, видишь, они все там. Вот ты бы присел, я бы его отсюда снял бы. Это не цель была? Прохнул кого-то. Нет. А где же тогда цель? Десантируйся. Все, нет. Да, цель убита. Поехали. Самая, наверное, сложная с тачкой будет. Правую бери. Левая тачка. Нет. Левая, получается, тачка. Давай тачку. Я тебя сейчас высажу просто, и все.
Ты его на тачке догонишь, грохнешь, я тебя заберу. Он прям под нами. Я посмотрю сейчас, может, у меня есть чем стрельнуть. Штурмовой ПП. Винтовка, калаш. Давай, может, я калашом попробую нарезать, где он? Ну вон он, справа. Это долго просто сейчас будет. Либо надо опуститься прям. Я не попадаю в него вообще. Ну, это хрен попадешь. Хотя ты его что-то задел. Он еще сейчас не сидит. У меня автомат не берет, не берет. О, да, 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 все. Все, где? Все сделал. Один на вертушке. Вертушку надо снять. Так, вертушку надо что-то другое, какое-то оружие. Диман. Все. Один выстрел. Одним выстрелом двоих грохнул. И пилота, и пассажира, прикинь. Офигеть. Вот это было классно. Красавчик. Один выстрел, один. Один и обоих на сквозняк со снайперки. Это вообще жестко. И пилот, короче, хрыщ. И этот, оу, готов клиент. Это красиво, ребята, вообще. Еще все. Еще так, задание. Это было пятое. Одно, последнее осталось. Внизу справа. Да. Надо было все проходить. Ну, проблема, видите, ребята, с микрофоном тут у меня, со звуком, поэтому ни стримов, ни хрена нету. Пишем потихонечку. О, что-то я не понял. Что-то, а мы не вышли? Нет. А, ну да, броник надо взять и этот, патроны. Все, я все взял. Че, простыл, зараза. Так, ну сейчас поглядим. Блин, это у меня, слушай, как пишется, в каком формате? А, это Full HD, надо было. Блин, это самое. Надо было в 2К или в там 4К попробовать пописать. Все равно запись идет. Дай маркер, Дима. Сейчас, сейчас. О, тут две тачки, что ли, не пойму, А, Б. Идут они вместе. По-моему, две машины там идут. Они прям вместе идут, прям. Так, надо ж выбрать, чем пострелять, да? О, у меня бомбы липучки есть. Помнить бы, как ими пользоваться, ребята. С револьвера, может быть, слышь. Самозарядный револьвер у меня есть, даже прикинь. Вообще раритет какой-то. Нифига, что это было? Ракетник, ракетница. Блин, лампа классная. Лампа вообще, да, мне понравилась еще. Бомба-липучка. Может, бомбу-липучку попробовать? Все посмотрим. Так-то можно. Коктейль Молотова. Чем пострелять-то, ёшкин кот? О, они ушли, слушай, налево. Теперь ты их видишь? Вижу, вижу. О, давай. Уже хрен с этим маркером. И копы там едут, слушай. Или это копы и есть. И бомба-липучка, короче, нужна. Бомба-липучка, да. Да, сейчас я найду.
Бомба-липучка есть. Прям, давай. Прилепил. Чем взрывать? И на второй сразу лепи. Подожди, не попал. Попал. Я же говорю, не попал во вторую. Мало. Да подожди, мало, дай прилепить-то. Да ёлки. Эх, промазал. Давай. Эх. Колесо прострелили. Да ё-моё, да тише ты. Давай-ка к ним в салон закину, подожди. Всё. Это как это? Они чем-то стреляют. В бомбу, что ли? Блин, у нас и тачки нету, слушай. Нужны колеса. Нашел, вот, короче. Так, давай, грузимся. Да я уже пошел. Давай догонять. Пистолет. Бомба-липучка. Нашел. Открыли ворота уже, зараза, а? Посмотри. Цель убита. А, он там внутри сидит. Он внутри сидит. Короче, надо второго еще тут нажбанить просто. Все, готово. Сделал? Да, надо от полиции уйти. Надо скрыться от полиции. Что-то мы с тобой разъехались. Ё-моё, копов-то сколько. Дай-ка я перестану. Давай. Погнали. Я сзади. Буду отстреливать сейчас. О, блин, ветролёт еще прилетел, ё-моё. А вообще все красное. Сейчас подожди, возьму револьвер. Где у меня револьвер? У меня причем их два. Блин, надо самозарядный. Тяжелый. А вот самозарядный. Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет. Да ё-моё. Есть, водилку застрелил. Погнали дальше. Уходим. Второго застрелил. Ничего себе, револьвер издалека так и умудрился ему вставить. О, черт, это было ДТП. О, нифига ты спрятался. Давайте вот прямо проедем. Что там впереди-то? Я тут ни разу, кстати, еще не бывал. А ничего тут, парковка просто. О, вертолет, гасись давай. Где-то над головой прям летает. Что? О, слушай, тут нормальный такой балкончик, серьезный. С видом на море, да? Да не говори, ну. Вертушки шакалят все еще. Все. О, прикинь, они сюда приехали. Да? Не успели. Это отлично, вообще нормально прошли. Ну все, сегодня все задания прочухали, да? Или там еще что-то будет, какой-то вариант? По-моему, все. Ликвидация 6, по-моему. Угу. Сейчас свободный режим, выйдем, я сейчас гляну точно. Можно еще бы какую-нибудь местушку одну пройти. Случайное сейчас дело.
Свободный режим. А в свободном режиме что там у нас? Ну это просто. Просто-просто. Просто в свободном режиме. Нет. О, GTA Online. Блин, тебе уже, уже час ночи. Ну, я сейчас уже это пойду. Со звуковухой микрофон, наверное, надо. Все, да, ликвидацию все прошли. Дыщ, дыщ, дыщ. Ты еще мне сушку хочешь? Если еще мне сушку. Ну я бы на 128, чтобы уровень мне пройти. Мне там осталось мало-мало. Давай сейчас пройдем, если еще мне сушку. Надо только нам встретиться. Было, не понял. О, нифига, у меня есть ракетница или пистолет, что стреляет бомбами, прикинь. А, ну да, есть такая тема. Это не с пистолета, это гранатомет такой ручной, как, ну как, типа подствольного. Ну блин, оружие такое смешное, всякое разное. Ты это что такое? Укороченный гранатомет, ничего себе. Миниган оставим. Чё, ракетница? Да чё за пушка? Садись. Сейчас, сейчас, подожди, Паш, возьму этот пекаль. Нормальный. О, меня кто-то стреляет, слушай. Коп там приехал. Паша на новой тачанке. Да, ребят, тачки, кстати, за прохождение цепочки миссии казино на высокой сложности. На награду тачку дают. А мне почему ничего не дали? Ну, потому что ты не прошел. Так надо это нам как-то все замутить. Можно. Ну надо победить сначала мне звук, короче, а потом уже замутить. Ой-ой-ой, чё-то пошёл, не по резьбе чё-то пошёл. Чё-то не по резьбе пошёл. Сейчас еще в последнее время заморочился, начал проходить карьеру в онлайне. Да, онлайн есть карьера тоже. Вот я сейчас начал проходить, сейчас третья миссия. В смысле карьера? Ну вот эти ЛД, ЛП, вот эти, да? Да. По персонажам, да? Да, 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 это карьера. Ну сюжет, то есть, грубо говоря. Продолжение. Да. Так а там не этот. Надо кого-то с собой еще брать, да? Да. По месту там-то. Вот вышел, да. Третья месяц. Сейчас я тебя приглашу, Диман, в телефоне. Нет.
Блин, хочу, знаешь, что со всех этих автоматов поснимать глушаки. Отправил приглашение. Так. Ищем. Блин, не понял. Ага. Блин, и копы приехали. Да я ж готов, ё-моё. И копы примчались. Так, надо затариться. Ты что-то патронов подрастратил. Всё, готов. У меня 589 миллионов 367 тысяч 580 долларов. Охренеть. О, я не понял. Какие-то чебуреки, ё-моё. Я буду вот такой. Я буду вот такой. Я буду такой. Мне надо в очках что-то. Что делаем-то? Перевозчики. Кого перевозить-то будем, не пойму. Ух ты, нихсе. Да. Это ж эти прыгают-то, которые, да? Да. А как они прыгают-то? Какой-то ж буквой, наверное, Х. Опа. Х. Х, Х, чё? Ну, Х нажми. А, ну. Так он еще как-то делает что-то с этим Х-ом. А. Блин, я не помню. Блин. Обалдеть. Эх, ёшкин кот. Ладно, поехали, всё. Ой. 3 минуты. Ой. Так, куда двигать-то? Жестяк тачки, да? У меня, блин, да. Целый этаж такими заставлен. Что-то мы их не на в аэропорт, на самолет гоним. Может быть. Сейчас посмотрим. Заруйте двери. Взорвите двери. Какие двери? А, в фургоне надо. Надо бомбу липучку туда прилепить. Сейчас прилепим. Да и... Меня грохнули. Я протупил случайно за место взорвать бомбу-липучку. Нажал выйти. Прям в самой каше, малаши. Давай еще раз попробуем. Давай. Ну, тачки забавные, слушай. Мне понравились. Что нажать-то? Enter? Почему? Я нажал Enter, ё-моё. Что будет?
Я выйду сейчас. Выйду. Не знаю. Походу. Нет, наверное. Надо сейчас я выйду. Я не в свободный режим, да, сейчас отправлюсь, наверное. Да, в свободный режим. Трындец, блин, такая миссия прикольная. Блин, ладно, давай это потом уже тогда, я что-то у меня все рубит. Ну давай, так. Если получится, ребята, то загружу, если видео нормальное, на канал. Все, всем пока. Вырубаю запись.